сегодня мы берем интервью одного из лучших игроков прошедшего полуфинала. Гнельного команда Александр Кучкин. Александр, позвольте поздравить вас с этим. Четвертый выход в финал. Ну, каждый выход для меня кажется все более и более сложным. А вот вы можете вот сейчас прямо сказать, вот из четырех выходов в полуфинал, какой был самый сложный? Я могу сказать, что вот это самое сложное. В прошлом году было почему-то легче, очень легче. Честно. В этом году тяжелее, ну, потому что наш сезон немножко не вал. Ну, ну, все равно, мы вытянули, мы молодцы. Спасибо вам большое, что нам помогали. Ну, после первых, особенно после нары, конечно, пессимизм царил в рядах не только болельщиков, но и гандбольной общественности. А вот вы внутри команды верили? Мы всегда верим. Ну, и куда без этого-то? Без дара. Даже из Питера. Да, вот после первой игры в Краснодаре, который мы наблюдали по интернет-телевидению, спасибо, что есть такая сейчас штука, мы обратили внимание по статистике, что на линейных практически мяч не доходил в атаке. У вас была одна попытка, у Артема вообще ни одной. Это такая была тактика, или вас только плотно взяли? Ну, тяжело сказать. Плотно взяли, они хорошо играли в защите. У нас не пошли сзади броски особо. Если бы сзади пошли броски, я бы чаще был бы свободен, как сегодня и вчера. Ребята сзади хорошо бросали, у меня было большое зону, чтобы там открываться. Было видно перед вчерашней игрой, но благо мы вчера хотели взять интервью, на фарт не стали брать, что команда чрезвычайно собрана, настроена на игру, и даже минимум потерь было вчера. Это был какой-то особый разговор или каждый внутри себя решил? Нет, мы же играем в Питере, это наш город, здесь у нас особо настроен, здесь мы даже никому проигрывать, никому не уступаем. Обычно настроен домашний игр. Сейчас все мысли уже, естественно, о финале, чем мы закончим нашу поддержку. Последние два матча в чемпионате или в том году в полуфинале, в финале, вернее, очень напряженно, вы дали бой. Но дать бой, это значит не победить. Вот я пожелаю вам, не буду вас сейчас спрашивать, чтобы в этом году мы тоже дали бой и в конце концов выиграли эту игру. Удачи вам и чтобы все было хорошо. Там Эльдар.